Филипп Кудрявцев, и я вас приглашаю на очередной матч футбольного клуба «Красава» против «Эрмиса», против довольно большого соперника, как в плане турнира на сегодняшний день, так и в историческом разрезе, потому что «Эрмис» — это команда, ну, не новодел, в отличие от наших ребят, хотя здесь история, может быть, не такая длинная, но крайне интересная. Как ты мог пропустить последнюю игру? Как ты мог пропустить последнюю игру «Красавы»? Что? Из-за тебя не выиграли, потому что ты пропустил последний матч. Да я, блядь, в Грузии кричал «Красава», в горы, блядь, кричал. А мне кажется, эхом до хлороки дошло. Да, дошло. Погнал. Покажи, какие кроссовки покрасил. Иди, покажи. Ну, иди, покажи, классно, что мужчина. Смотри, какой кроссовки покрасил. Баллончиком. Сынок, я знаешь, что подумал? У нас пока активных фанатов немного у клуба, а ты любишь баллончиком красить. Надо вам с пацанами первое граффити клуба сделать где-нибудь на базе. Как на базе? Ну, у нас, где мы тренируемся, или на стадионе сделать какой-нибудь граффити и красаву. Это же не наш стадион. Ну, а мы по-тихому сделаем. Будет наше. Ну, стадион не наш, а граффити будет наше. А? Угу. Давай, что ты на джиу-джитсу пошел? Нет. Ну, давай там уши только не сломай себе. И другим. У нас на самом деле, когда мы заканчивали после 24 февраля, у нас все спонсоры ушли. У нас здесь была Visa, здесь Puma, здесь Winline. Мы заклеивали спонсоров, а мне вот специально сделали такую, как смайлик, знаешь, футболку. Это единственное, что у меня осталось после сезона в России. У меня больше ничего нет, вообще ни одной вещи нет. И мы играли с заклеенными спонсорами. То есть у нас вообще, у нас все спонсоры ушли после начала войны. И, ну, вот это все, что осталось от российской истории в виде такого смайлика. Достаточно грустного. Ну что, идем вперед. Что делать? Давай объективно, да? Мы приехали на остров, и мы только второй сезон здесь. Узнаваемость бренда «Красава» на Кипре очень маленькая. Но мы никто вообще. То есть мы клуб, которому год. О нем мало кто знает. Мы прошлый сезон, у нас не было денег ни на маркетинг. Мы даже документалку не досняли, потому что просто не было бабла. Ну просто его тупо нет. Я думал, что даже команда не доживет. Мы чудом дожили до конца сезона, это правда. И сегодня мы только шаг за шагом начинаем поднимать свою узнаваемость. И люди, которые приходят, самое главное, они чувствуют вот эту вот энергию. Это круто. Важна поддержка. Наша задача, ну как бы задача максимум, процентов 10 от всей аудитории русскоговорящего острова вовлечь в жизнь клуба. Это очень важно. Я верю в то, что через 2-3 года можно 5, 6, 7 тысяч людей собирать на стадионе. Вот это комьюнити, которая будет болеть за свою команду, которая так же, как они, приехали там из России, там, из Восточной Европы. У них есть свой клуб на острове. У всех этих айтишников, бизнесменов, просто релокантов, иммигрантов, у них есть свой клуб на острове, за который играют и украинцы, и белорусы, и там казахи, и россияне, и там из Прибалтики ребята, они играют вместе. Никто не смотрит в паспорт. Вот это глобальная цель. Это очень важно. Мы это сделаем. 100% сделаем. Я уже много раз рассказывал, что жить на Кипре – это чистый кайф. Хорошая погода – круглый год. Безопасная среда и очень большое русскоговорящее комьюнити. Самый крупный город Кипра – это Лимассол. Сегодня его называют Лимассольск или Лимассолград. Так что ваша адаптация на Кипре пройдет очень мягко. А теперь я расскажу, почему на Кипре хорошо не только жить, но и вести дела.
Здесь один из самых низких налогов в Евросоюзе. Например, налог на прибыль компании всего 12,5%. А если у вас IT-компания, то вообще только 2,5%. Плюс большой список вычетов и льгот, которые работают и для физических, и для юридических лиц. А еще нулевой налог на прирост капитала и дивиденды. По сравнению со ставками других стран Средиземноморья и Западной Европы, это просто налоговый рай. Плюс на Кипре почти сразу можно получить статус налогового резидента уже через 60 дней проживания на острове. Здесь очень много русскоязычных специалистов, и вы легко найдете юриста, бухгалтера, налогового консультанта и будете с ними говорить на родном языке. Не говоря уже о детских воспитателях и врачах. В местных банках по-прежнему можно открыть счет с российским паспортом, если у вас есть кипрский ВНЖ. Да, сегодня европейский вид на жительство – это обязательное условие, чтобы открыть или разблокировать счета, а также трасты в Евросоюзе и даже Швейцарии. Мой кипрский ВНЖ привязан к футбольному клубу, и одно из условий его продления – на Кипре нужно находиться большую часть года. Если вы не планируете обосновываться на острове и просто хотите иметь план «Б» на случай срочного отъезда, то Кипр – одна из немногих стран Евросоюза, где сейчас российским паспортом можно получить золотую визу за инвестиции. С такой визой не обязательно переезжать на остров, а можно прилетать сюда, когда захочется. А с оформлением визы и переездом на Кипр вам помогут ребята из международной миграционной компании «Астонс». Денис, как получить золотую визу и сколько нужно потратить денег на это? Недвижимость покупается на минимальную стоимость 300 тысяч евро и, собственно, переезжаешь на Кипр. То есть звучит в целом все просто, но, естественно, дьявол кроется всегда в деталях, которые как бы расскажем по ходу дела. Давай, вот Кипр, золотая виза, что она дает? Запасной аэродром. Запасной аэродром. Это первое и основное, потому что, как бы, да, есть такие базовые бенефиты, так сказать. Это разблокировка счетов, доступ к финансовой европейской системе, ускоренный путь на гражданство на кипреводское. То есть золотая виза, все, что она тебя требует, это раз в два года появиться, просто заехать на Кипр на один день. Если вы хотите узнать больше деталей по оформлению золотой визы Кипра, то прыгаем по ссылке в описании и переходим в телеграм-чат Астонс или на сайт компании. Там можно записаться на бесплатную консультацию, во время которой вам подробно расскажут, как получить кипрские документы и переехать на остров. Или просто подготовить себе запасной аэродром. С Нижнего Новгорода переехали, да, братец? Я. А у тебя папа за Нижний Новгород топит? Я из Нижнего Новгорода. Ну а папа откуда? Тоже же из Нижнего Новгорода? Да. Ну все, молодец. Вот тоже. Снимаем тебя. Вперед, красава! Видишь, у нас весь двор топит. Частая претензия, которую я слышу, вот, там, какой смысл болеть за клуб, вроде бы красава, одни киприоты, но у нас, ребята, у нас просто лимит. У нас всего 6 иностранцев. И из них всего 2 человека могут быть из третьих стран. То есть это там Бразилия, Африка, Россия, Украина, Казахстан. Всего 2 человека. Нам нужно решить задачу. Нам нужно решить задачу выйти в высшую лигу, и тогда вообще никакого лимита не будет. То есть его просто не будет. И можно будет уже как можно больше людей брать вот под нашу философию, то есть из стран, ну, там, из того направления, откуда мы приехали. Поэтому нам сегодня нужно решить задачу, играть в основном киприот, потому что у нас просто лимит. Балерина, да, София? Какая у тебя любимая футбольная команда? Какашка. А? Какашка. Какашка? Это что, мы так плохо, это мы так плохо играем? А? Радуга. Каждый день думал о том, что если я оказался неправ, то это просто ужас. Это тупик. У нас ни одного спонсорского контракта, у нас не работает YouTube, мы все деньги влили в команду, мы ее, допустим, там, представь, ну не поверили, закрыли. Да. Что мы будем делать? Возвращаться назад в Россию я не могу. Да уже дошло до того, что мы уже думали о том, что мы можем делать еще. Ну, то есть, понимаешь, кроме футбольного клуба. И я тебе так скажу, вот в таких условиях, мне кажется, всегда рождаются очень крутые проекты, когда ты готов пожертвовать всем ради этого. И, может быть, через 5 лет мы будем... Я мечтаю о том, чтобы услышать когда-нибудь какой-нибудь гимн Европейского кубка, там, Лиги Чемпионов. И я просто скажу, блин, а все это начиналось там на Кипре, не знаю, с траты всех своих денег
жизни, наверное, не всегда там позволяя себе то, что ты хочешь, потому что я много раз им говорил, не тратьте бабки. Вот, блядь, клянусь, братан, знаешь, а мы тратили было? Бабки. Нет, ты знаешь, как было? Вот серьезно, это вообще никто не знает. Знаешь, как было? Мне приходит смс-ка, не знаю, там, Джамбо, детский магазин, там, $200. Я говорю, не тратьте деньги. Нам нужно зарплату выдать, не тратьте деньги. Клянусь тебе, блядь, $200. Я своей семье запрещал тратить $200 на игрушки. Ну, было же такое. Ну, было. И чтобы выдать зарплату людям. Вот прикинь, ну это же ненормально. Твоя семья не живет дома, ты ее утащил из своей страны, ты запрещаешь им даже игрушки покупать, чтобы футбольный клуб спасти. Ну, покажите мне еще одного такого долбоеба, блядь. Я удивлюсь. Я не знаю таких людей. Рассыпалось? Немного посыпалось, но сильно. Так может надо было на себя его так закинуть? Уже не супер тяжелый. Я его не могу поднять. Не можешь поднять? Не верю, сынок. Добрый день, я до завтра. Слушай, дайте мне кофе, а, пожалуйста. У нас 5 дней. 5 дней кофе нет. Матвей заболел? Ну, поздравим его и убежим от этого всего. Ставь свечку. Не, вот рядом в школе. А, Матвей в школу не пойдет. Торт меньше, на торт будет там. Все, готово. Буду украшивать. Что, прячьте? Сейчас из-за угла будете выскакивать, торт уроните. Давайте не усложняйте комбинацию. Сейчас она уронит. Здорово, ну чё? А где Матвеус? Заходите. Happy birthday to you. God damn. Вау, Матвеус, спасибо какой. Давайте зажигать. Матвей, а ты чё грустно, я не понял? Он чуть-чуть приболел, но он старается. Давайте, забывайте. Да. Не свечка, а это зажигалка. Давай, Матюха. Я смотрю, уже это бомбанули конфетти, да? Да. У нас есть еще. Мы сейчас все бомбанем. София, Матвей! Матвей, даже балуешься. Вот смотри, брат, здесь белорус, россиянка, литовцы, да? Литовцы. Да у нас еще Зои нет, они тут из Украины, наши друзья. Литовцы. А еще вытащи его нам через 2 эти. Кстати, я сейчас посадить. Так вы будете что-нибудь? Да, включи с днем рождения, чтобы была повеселее атмосфера. Я только счастливый человек на земле. Мне хорошо, сложно, мне сейчас 8 лет. Давай со мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чуть-чуть. Я только счастливый человек на земле. Мне так хорошо, сложно, мне сейчас 8 лет. Давай со мной полетаем. Ты знаешь, мы тут сейчас все, каждый уже начинает думать про дома. И так грустно осознавать, что ну вот это вот все разъедемся. Ну мы в любом случае разъедемся, наверное, рано или поздно. Причем то, как мы тут оказались, это самое такое, наверное, странное. Мы приехали сюда на прошлый Новый год.
Моя жена 3 года мне говорила, давай все слетаем на Кипр, давай слетаем на Кипр. А у меня в голове такой стереотип Кипра, это была какая-то пустыня, бараны пасущиеся и отмывание денег. Это вот стереотипы, которые мы знали, ну я знал. И она говорит, давай попробуем, тут легко, быстро, дешевые билеты, и мы слетали. И мы прилетели сюда на католическое Рождество 24 или 25-го. Ну и как-то нам очень понравилось. И вот так же, тогда же мы и познакомились с Женей. А я на Женю подписан, ну, не знаю, с 16-го, может, 17-го года. И я всю эту движуху от и до знал. Ну, знал через экран телевизора. И я смотрю, в 2 часа ночи не спал. Не то ли из-за алгоритма какого-то, да, показывает Кипр, там, Женя Савин, я смотрю, я просто в 2 часа ночи, может, 2:30, да, ну, где-то 2-3, я начинаю рыдать просто, жестко рыдать, слушая там всю эту историю, видя, как Даша там плачет, и я причем не знаю людей, я просто, ну, слушаю, и мне просто слезы, ну, льются, я заканчиваю смотреть, и сразу же беру инсту и пишу Жене. У нас же, кстати, это, после игры мы идем в Ипсонос на рождественскую ярмарку, знаете, команду презентовать. Как? 10-го? 10-го. А, 10-го? А где ярмарка? А, на следующий день. А ярмарка где? В Ипсоносе, это где мы команду купили, там они делают. На въезде. Да, мы просто же с ними еще тоже хотели коммуницировать, чтобы они за нас болели. Лимассоль на въезде? Да. Да, Ну, у нас же команда Ипсонос, Лимассольская. И не Ипсонос, Красава была в прошлом году. Понял. Ты что, куришь? Ага. Ты что, куришь? Ой, Борис не курил никогда, знаете, из-за после, как война начала, закурил. Я так же говорю обычно. Я вообще никогда в жизни не курил. Вообще, не, мне даже запах сигарет не нравился. Да. Я закурил, когда вот мы в Турцию уехали в феврале, между 26 февраля уехали. Да, кстати, у тебя прошлый сезон весь, ты сигареты. Да, это кошмар вообще был. Я помню дни, а Даша укладывает детей, а у нас такое, ну а в феврале еще холодно же в Турции, там дожди идут. Я спускался, там у нас такой корнер, короче, был, ну назывался корнер, типа угол. Корнер-бургер. Ну да какой-то корнер, бургер, не бургер, блин, там, корнер-пап. Там не пойми что, там сидел я, там каких-то 2 деда еще, и вот ну, эти вот. Ну футбол там показывали, ну, футбол, понятно. И короче, хороший, и там понятно, что февраль. Все, ну, война только началась, вот это все по телевизору, понятно, что все смотрят новости, бум-бам-бам. Я сижу, я брал пиво. Сижу, курю и плачу. И думаю, блин, что происходит вообще? Что мир, блядь, мир с ума сошел? Что дальше будет? Что дальше? Никто не куда знает. Мы, куда что, куда там бежать, куда чего, реально. Это ужасно. И вот так вот, надо бросать. Ну, сейчас вот вышку вынем. В первую очередь, я фанат. Самый большой фанат этого клуба. После Леонидовича. Со мной многие спорят, но я говорю, можем поспорить. Я себя так чувствую. Ну, потому что я абсолютно полностью переживаю все эмоции, которые вокруг этого. И для меня это абсолютно больше, чем просто клуб или футбол, или это просто какая-то часть моей жизни. Доброе утро. У нас соседи из разных стран, они все русскоговорящие. Допустим, София дружит, самая близкая подружка здесь, они живут через один дом. Они из-под Киева, они из Украины. Потом по соседству ребята... Ей 5 лет, а да, Зои, да? Вот, они из Киева, но у них папа грек, а мама украинка. А потом другие ребята из России. Вот наши друзья, еще одни из Литвы. Да, я в Турции, я очень много работала. Я работала 6 дней в неделю, я выступала, у меня была концертная деятельность. И мне это реально творчество очень помогало. А когда я сюда переехала, мало того, что я здесь ни одного человека, кроме своего мужа, не знаю, вообще, вообще никого. И, так сказать, и желания-то особо не было. Так еще я еще ничего не делала, потому что я, опять же, здесь никого не знаю, где петь, что делать. Где работать, да, а просто сидеть дома, я уже начала сходить с ума. Знаешь, это бытовухи, когда ты просто детей отвезла, и мне муж такой однажды сказал, блин, вот у нас был тогда реально ссора, скандал. Он мне просто однажды сказал, типа, да что тебе вообще, у тебя вообще что тебе сложного в жизни? Просто пошла, встала, детям завтрак приготовила, в садиках отвела, ну знаешь, и потом забрала из школы, ужин им приготовила, все. Я говорю, ты реально прикалываешься? То есть ты считаешь, что это нормальный, адекватный день из жизни человека, который что-то хочет в этой жизни,
который вообще думает о чем-то в этой жизни. Ну, я понимаю, там есть моменты разные декреты, но когда... Плюс я абсолютно не тот человек, который там дома сидит. Кто-то кайфует, это окей, но это не про меня, да? И это для меня... Я прям ему высказала очень много всего, мы сильно поссорились. Но благо он такой... Я где-то не дольше отхожу, а он, Женя... Он анализирует, он может тебе в ответ сказать, что да, все, типа, в штыки воспринято, все фигня, ты все говоришь какую-то чушь, но потом он, типа, это все переваривает и что-то меняет. Поэтому в этом плане, конечно, мне с ним очень сильно повезло. Да? Да, потому что сейчас пробка. Хотел сегодня поехать другой дорогой? Нет, так быстрее. Уезжаю же, я на тренировку опаздываю. Как тебе та Бентли? Элегантная? Но мне такие не нравятся. Почему? Я не знаю. Я знаю, ты хочешь Range Rover, как у тренера. Ну, когда-нибудь. Сегодня не так жарко. А откуда ты узнал это слово «колобок»? Ты в курсе, что это значит «заткнись»? Бро, дай мне новый GPS, в этом неудобно. Он вообще включен? Я надену его сверху, он меня царапает. Густаво сказал мне, из Олимпиагос. Я же видел тебя там, на Олимпиагос. Я тренировался на том стадионе. Где? На Макарио, там три поля. Я тебя там видел. Ну или это был бородатый мальчик. Куда бы я ни приехал на Кипр, все знают Константина Сахараламбидиса. Все знают. Я приезжаю на заправку в Пею, там, да, под Пафос. Все говорят, о, Хараламбидис, круто, да. Я прихожу в какой-нибудь там бич-клаб, выходной с семьей, все знают, кто такой Хараламбидис. Я приезжаю там на стадион, все знают, кто такой Хараламбидис. И у него, как бы, с одной стороны, круто, что он здесь легенда, бывший капитан сборной, бывший капитан там Апоэля, одной из самых лучших команд, играл в Еврокубках, в Лиге чемпионов, большая персона. И у него сейчас, понимаешь, какое давление? Вот прикинь, он был тренером сборной юношеской и большим футболистом.
И у него первый клуб в карьере, как вот клубного тренера, это красава, он выбрал нас, это классно. Но он себе задирает такую планку и так на себя давит, что он сразу должен вот прям дать результат. А это самый большой стадион в Кипре, GSP. Моя цель – когда-нибудь увидеть игру нашей команды здесь на GSP, в первом дивизионе. Конечно, это непростая задача, но мы работаем, чтобы достичь этой цели. Будете кофе? Потому что я не могу без него. А это все мои награды, как индивидуальному игроку. Думаю, надо отложить полку для тренерских наград. А, вот она. Это самая важная награда. Как лучшему атлету года в Кипре. Мне очень важно быть частью этого. В детстве я всегда спал с мячом в своей кровати. Футбол всегда был моей любовью. Будучи футболистом, я всегда наблюдал за своими тренерами. Я пытался распознать их хорошие и плохие качества. И особенно после 30 лет мне стало интересно, что они делают, как они делают, что они говорят, кому и когда они это говорят, как они справляются с трудностями. И мне всегда было интересно, если бы я был на их месте, что бы я делал? Я бы сделал по-другому? Или я бы справился лучше? Для меня важнее всего было понять, что тренер должен быть образован. Если ты не образован, если ты неполноценная личность как тренер, ты не можешь донести свои мысли. Ты не можешь передать свой опыт. Ты не можешь быть тем идеалом. И в работе тренера ты не можешь копировать. Это невозможно. Ты не можешь сказать: «Мне нравится этот тренер, я буду делать как он». Нет. Если ты копируешь, то ты проиграл как тренер. Значит, следующий матч будет в 2:30? Да, надеюсь, не будет жары, потому что это слишком рано для матча. Знаешь, почему классно было бы выиграть в этот раз? Можно будет отдохнуть. Я хочу провести время с семьей в Лимассоле. А вы останетесь там? Да. Устроите праздник? Хочу пойти на игровую площадку с дочкой. Игровую площадку? В Лимассоле? Да, в центре. Да, это классно. У тебя мальчик и девочка? Нет, только девочка. Она ходит в садик в Ларнаке. Но она каждый день там со всеми дерется.
Она настоящий боец, прям как ты. Давай, красава. Быть капитаном – это не только там, на поле, но и здесь, у себя дома. Мне нужно быть тем, кто оберегает семью. И этим же я занимаюсь на поле. В самом начале, когда тренер и президент кричали только мое имя, я приходил домой и рассказывал жене, что это давление мне не нравится. Они все кричат мое имя. У вас есть 11 игроков на поле. Я не могу брать все на себя. Я не могу играть за других игроков. Каждый должен отдаваться полностью игре. Я пошел к тренеру, и тренер сказал мне: «Тиаго, я кричу на тебя, и также президент делает это, потому что мы знаем, что ты можешь дать этому клубу. Я не могу кричать на молодых, неопытных игроков, как на тебя, потому что такое давление может их сломить. Поэтому я давлю на тебя, потому что ты знаешь, ты можешь помочь, ты можешь оправдать наши ожидания». После этого я пришел домой и сказал жене: «Да, наверное, они правы. И сейчас я начинаю понимать ожидания президента, потому что видно, как он любит этот клуб и хочет, чтобы этот клуб был в первом дивизионе. Сейчас я начинаю это понимать». И мы с женой начали молиться Богу, чтобы клуб достиг этой цели. Мы с женой просили Бога избавить клуб от всех проблем. И шаг за шагом мы дойдем до нашей цели. Генеральный партнер нашего клуба в новом сезоне – компания Freedom. И внутри этого сериала мы покажем мини-сериал про деньги, а точнее про то, как ими можно управлять. Когда я сам был футболистом, то не всегда правильно распоряжался своими деньгами. И это проблема, с которой сталкиваются многие. Один из способов управления деньгами – это грамотные инвестиции. И это можно делать вместе с моими надежными партнерами из Freedom Broker. А сейчас короткий ликбез для тех, кто максимально далек от мира инвестиций. Акции – это покупка доли в крупных компаниях. Когда вы покупаете акции, то по сути вы становитесь совладельцем компании. Если она будет успешно расти, то вы сможете на этом зарабатывать. Через Freedom Broker доступны акции тысяч брендов, таких как Apple, Coca-Cola или даже Borussia Dortmund. А чтобы сделать осознанный выбор, во Freedom Broker есть курсы по инвестициям, на которых можно получить бесплатную аналитику, а также весь необходимый набор для начинающего или опытного инвестора. Сейчас я сам впервые погружусь в эту тему и буду делиться с вами своим опытом. Очень важно, что все, что я уже рассказал или буду рассказывать в рамках нашего мини-сериала с Freedom Broker, это не инвестиционные рекомендации. Каждый инвестор покупает акции или ценные бумаги под свою ответственность. Если вы, так же как и я, хотите попробовать себя в мире инвестиций или узнать о том, как он устроен, ныряем по ссылке в описании за всеми подробностями. Во-первых, всем привет. Первый момент, который я хотел обсудить, это ебучая экипировка. The first thing you wanted to say about the clothing, the team clothing? Мы ее оплатили 3 месяца назад, мы задерживали доставку, на следующей неделе все будет. They paid it three months ago, but it's confirmed for next week, so hopefully we're going to close this issue. Я хочу спросить, у них помимо экипировки есть какие-то вопросы, проблемы, пожелания? Any questions, preferences?
paint, anything internally you want to share like free. Титул переводчика меня абсолютно устраивает, у меня это очень классный титул. Голос Женя, да? Ну, дай бог, чтобы так было, но мне всегда приятно присутствовать, даже когда неприятные разговоры, приятно присутствовать, потому что ты чувствуешь, что мы идем к чему-то, все. Смотри, я скажу свое мнение, потому что я был на их месте. Скажи, я играл на их уровне, и в Еврокубках играл, и в сборную вызывался, я знаю, что они думают, поэтому я скажу свое мнение. He knows what you feel and what you think from his own experience, because he used to be in your shoes, so he fully understands what you feel, think, and the challenge that now is about. Первое, у меня лучшая команда в лиге. He has the best team in this league. Второе, у меня лучший тренерский штаб в лиге. Coaches in the team. У нас лучшие условия в лиге. База, цирио, зарплата раньше в неделю, чем должны получать. Best conditions, including stadium, cash, anything. Я очень верю в них и очень верю в тренера. He believes in both you guys and the coaching staff. Именно поэтому я постоянно пушу, чтобы я хочу еще больше. That's the only reason he always pushes and wants more. Сейчас мы играем, мое мнение, и поэтому я недоволен. На 50% своих возможностей. He does believe it's 50% of your capabilities as you play now. Я хочу больше агрессии, я хочу больше голов, я хочу больше скиллов, я хочу больше давления на соперника. He wants more pressure, more aggression, more skills, more, as much as possible, as much as physically possible. Я знаю, что многим не нравится, что я постоянно говорю, давлю на них, я знаю. He knows that many of you don't like him talking a lot or shouting a lot or you know being anxious a lot, but come on, Gara, come on, Plash, come on, Tiago, Oli, Fakov, come on, come on. И делаю это только по одной причине. He's doing that only for one reason. Потому что они топ. Because you're the top guys. И я хочу, чтобы, блядь, каждую игру, блядь, мы выходили и делали максимум. And the only thing he wants is that potential to be used. Я не хочу их обидеть. He doesn't want to offend you. Я хочу, чтобы они играли на своем уровне. He just wants you to, you know, to raise the peak and touch that peak and work and play as you can. No aggressive guys. Fuck this league. We have best coaching staff, best players. Good budget, good stadium, good all. Please, fuck. Okay, here only win. Every game only win. Only skills, only push, only shoots, only fight. Okay? Coach saying, don't sleep. Just send message, 1 hour, 2 hours, night. What do you think? What do you think? I don't sleep. Okay. This guy, it's very trust you. It's very, very, very. Please help my team, help coaching staff. Go up. No win, lose, maybe. One more problem, and coach and staff, no, don't have results. This is not normal. You best team in my life. Translate. У меня миллион раз было в прошлом году, когда жили только на наши деньги. У меня было ощущение, когда я ехал домой, мне просто хотелось вот прийти домой, знаешь, обнять жену и заплакать, потому что я не понимал, что будет. Я понимал только одно, что я взял огромную ответственность за себя, за свою семью, канал Красава, футбольный клуб Красава, за своих родителей. Мы тратим все свои деньги на клуб, и я просто не понимаю, что будет в следующем году. Я не понимаю, деньги закончатся, и сможем ли мы вообще жить, хотя мы уехали из России, да, и не очень можем туда вернуться. И перед этим сезоном, вот когда мы тот доиграли, я сказал, что если мы не найдем спонсора, мы не начнем чемпионат. То есть я ей честно сказал, хотя Даша, она очень любит футбольный клуб наш, и она говорит, да нет, ну как, ну это невозможно, это должно продолжаться. Я говорю, ну вот в этом геморрое и в агонии мы не можем прожить еще один год. То есть, ну в таких условиях ничего хорошего не рождается. Если в нас сегодня никто не поверит, клуб закроется. Вот просто, это вообще никто не знает. Я наружу говорил, что все, мы там готовимся ко второму сезону. Я даже, по-моему, переговоры с тренером уже начали, новыми, с футболистами. А внутри я понимаю, у нас нет партнера. И мы просто не начнем этот год. То есть мы прикинь, вот какая дилемма внутри, что по сути твое детище умирает, в него никто не верит. И я понимаю, мы бы не начали. Но когда мы там вели долго переговоры с Фридомом, и я помню тот день, это была суббота, это реально был. Я постоянно об этом говорю, и у меня вот прям слезы наворачиваются. Мне пришла смс от Евгения Тяпкина, от SEO компании Freedom Finance,
Европы, он написал: «Жень, мы в теме». Во-первых, после того, как футбольный клуб «Евгения» был вынужден переехать из России по понятным причинам, мы не только поэтому, но в том числе и поэтому как бы решили его поддержать, поскольку мы здесь на Кипре живем и работаем достаточно давно. И мы просто, видя то, с какими трудностями сталкивается непосредственно там сам клуб, мы, в общем, решили откликнуться и поддержать, по крайней мере, хотя бы в этом. Ну, этот расход мы тоже помним. Мы сознательно на него шли, чтобы у клуба был нормальный футбольный стадион. И у болельщиков тоже. Можно я просто вот буквально, опять же, да, скажу, во-первых, большое спасибо. Но объясню, почему. Не за вообще, в принципе, глобальное сотрудничество, а то, что вы понимаете, прежде всего, и поддерживаете, вот, например, Цирио. Да? Для чего нужен Цирио? Вот мы в том году играли в Парклише. Маленькое поле. У нас было куча возможностей, чтобы, скажем так, помогать соперникам, помогать судьям. Когда поле большое, то есть когда можно использовать, там, не знаю, там, быстрых футболистов, да, в принципе, неважно, да, то, что даже мы вот в домашней игре забили гол там, во втором тайме, то есть мы второй тайм доминируем. Чем меньше пространства, тем больше фолов, вот этого всех вот этих вот моментов для судей, то есть у нас хорошее поле, это огромный плюс. Это огромный плюс, мы по итогу, то есть как бы у нас так добавляется, там, не знаю, 50% к успеху, потому что мы играем на нормальном поле, где очень сложно судье притормаживать игру, все время плотно, все время вот это бум-бабам. То есть Цирио — это очень круто. Это супер дорого по меркам второй лиги, но это очень круто. И наш бюджет, если мы вот брали там изначально 800, там, даже 900, это бюджет хороший для там второй лиги команды. Но так как у нас все-таки клуб намного более профессиональный во всех направлениях, чем какие-то шаблоны второй лиги. То есть мы, по сути, так выстраиваем уже сегодня команду, которая может заходить в высшую лигу. Во всем. То есть это очень важно. И у нас тренер всегда делает акцент. Он миллион раз говорил спасибо там Фридому, спасибо всем, что вы понимаете, что все это очень важно. У нас все профессионально, база хорошая, где там стадо команд не тренируется. Цирио, где можно играть в футбол и где как бы все условия есть и так далее. Это уже как бы уровень на самом деле высшей лиги, потому что вот АЕС Закаки, который вышел в том году, они тренируются на Парклише, там много команд, они играют вообще в Ларнаке, им без разницы, где играть. То есть, понимаете, да, то есть у нас даже условия как бы в некоторых моментах там даже можно где-то чуть лучше, чем у маленьких команд высшей лиги, потому что мы уже сегодня задаем вот это вот направление, как должно быть в нормальном большом клубе с сильными партнерами. Это с одной стороны и классно, с другой стороны это большая ответственность. Я вот сейчас футболистам сказал: ребят, у вас, блядь, лучший тренерский штаб, у вас лучшая база, у вас лучший стадион, у вас стабильный партнер, который помогает клубу там с перспективой на несколько лет, у вас есть все. Мы хотим еще больше агрессии, еще больше голов, давления, всего. То есть вы не думаете, что вы, блин, в Диснейленд попали, там, да, и все, у вас там абонемент, блин, вы ходите такие счастливые с сахарной ватой и с мороженкой, да. То есть как бы это все нужно отбивать именно футболом. То есть как бы ближайшие там 3-4-5 туров мы хотим только победы. Все это понимают. Это от меня до там и тренера, до там молодых футболистов все понимают, что да, нам Freedom дает такие условия, но здесь, блин, никто не сядет в джакузи, блин, с моделями, блин, и с шампанским. Здесь как бы сразу быстро спустим воду и как бы нужен результат. Не стоит, тренер, никто отсюда не попал. А у меня проблема, ребята. Я все еще не определился, какая нога у меня бьет лучше. Ребят, пожалуйста, сядьте на пару минут. Во-первых, я изменю немного наш план. Завтра вы приезжаете на матч 15-20 минут позже, чем обычно. Я не буду там много говорить, максимум 10 минут, но сегодня мы подготовим одну тактику на тренировке. Во-вторых, мы играем в 3 часа дня, это очень рано. И вы должны понимать, что каждый должен позаботиться о своем самочувствии, начиная с этого момента.
что вы будете есть, что будете пить. Вам надо быть свежими на завтрашней игре к 3 часам дня. Это очень важно. Хорошо покушайте, не только завтрак, и пейте много жидкости. Вы видите, как на улице жарко. И кто бы ни участвовал на матче, хоть 1, 2, 5, 20 минут, я хочу, чтобы выложились на все 100. Хорошо? Это все, что я хотел сказать. Сейчас хорошая разминка, настраиваемся на завтрашнюю игру, и потом разделимся на 2 команды. Есть вопросы? Блин, 80 кило. С первого дня в мае, когда мы договорились с моим президентом, я понимал, что Красава — это большой вызов. Это команда, у которой есть свои сложности в организации, планировании, и особенно в результате прошлого сезона. Для меня это было большим вызовом — построить новый проект, создать новую команду. Это было как взять новорожденного ребенка и научить его ходить, потом бегать, а потом как играть и как достичь Олимпа. В июне, когда мы начали планировать команду, сложность была создать хороший баланс между молодыми игроками и опытными игроками. Молодой кровью и игроками, у которых за плечами большие матчи в первом дивизионе. Сбалансировать это было важнейшей задачей для меня. Но и, конечно, при этом нужно было сохранить бюджет и принципы президента, которые он хочет видеть в команде. В 19 минут до одного очень важного матча для нашей команды. Сегодня мы должны получить 3 очка, ребят. Но чтобы заработать эти 3 очка, нам нужно быть сплоченными. Прошу вас, ребят, выложитесь на максимум с начала свистка. Я хочу видеть вас сфокусированными на игре и дать ваш максимум сегодня. Не забывайте, что мы команда. Помогайте друг другу. Даже те, кто сидит на скамейке. Мы все едины. Нужно забивать, и все работаем над этим. По итогу этого сезона мы ставим задачу попасть в тройку, то есть первые 3 места выходят напрямую в высшую лигу. Вот сегодня мы на 4-м месте. И наша задача всегда быть в тройке. Всегда. Мы должны там держаться, мы должны постоянно там присутствовать. И по итогу сезона наша задача быть в тройке. Всем своим близким людям я говорю, что я начал ненавидеть футбол. Я начал его ненавидеть, потому что он забирает все мое время, он забирает все мое здоровье, он забирает все мои деньги, но без него я не могу жить.
Если мы в этом году не выходим, наверное, я уже это полностью выгорю. От нас уйдут партнеры, и я их пойму, почему не уйдут. Ну и, наверное, нужно сказать, что это было классное приключение. Мы сделали все, что в наших силах. Мы вкладывали все свое время, все свои деньги, всю свою душу. Ну, наверное, значит, историю закончим. Как-то так. После первой половины Красава Эрмес. Давайте так скажем, чтобы и самих себя раззадорить. Красава первый тайм сыграл, ну, явно неубедительно. Игра ничейная, но если есть какой-то перевес, то он в сторону гостей. Поэтому нужно исправлять ситуацию. Ждем второго тайма с нетерпением. Ребята, для меня это полная катастрофа. Мне не нравится абсолютно ничего. У нас нет вообще ничего. Мы не держим мяч. Мы все время теряем мячи. Вы выглядите так, как будто у вас нет яиц. Если бы я играл, я бы играл лучше, чем Тиаго, Кара, Вита. А мне 43 года. Вы слабаки? Или вы мужчины? Пожалуйста, ответьте. Что за херня? Что это было? Закрой свой рот. И ты тоже, Ставро, я тебе ноги оторву. Вы хотите быть чемпионами, играя так? Вы как старухи. Где ваша страсть? 18-летние пацаны вас нагнули. Вы не перейдете в первый дивизион вот так. Вы останетесь и будете плакать, как тряпки. Я думал, что у меня мужчины в команде. Но вы тряпки. Все вы. Сейчас у тебя есть 3 минуты, Тиаго. Ты говоришь? Ты бьешься? Мне все равно, что ты сделаешь, но вы выиграете эту игру. Мы играем 4-2-3-1 с Маркусом и Они. Ставрос идет налево. Во всех прошлых матчах, перед этим, в перерыве игры, я давал игрокам все тактические указания и психологически наставлял на продолжение игры. А в перерыве этой игры я решил надавить на их эго. Ну и на кого мне было больше всего давить? На игроков, которые могут это принять. На опытных игроков. На лидера и капитана этой команды. В этом случае я обратился к Тиаго. Говори. Бейся, делай свою работу и найди способ. Не надо делать ничего сверхъестественного на поле, но выложиться на максимум и играть, как вас учили играть.
Для него мы были расслаблены на этой игре. Поэтому тренеру не понравилась наша игра в первом тайме. И во второй тайм мы вышли совсем другие. Мы вышли уничтожить соперников. Я был очень рад видеть реакцию игроков на этом матче. Я правда восхищался их игре во втором тайме. Снел, поставил ногу, пенальти должен быть, пенальти! Красавец, Тиаго! Почти бесперспективный момент довел до максимально возможной пользы для своей команды. Сам мяч Тиаго забрал, я так понимаю, что партнеры у него просто спросили, как твоя нога, способен ли ты ей будешь сейчас открыть счет в матче. Это лучшая возможность открыть счет в этом матче, просто лучше не придумаешь. Мощный удар и 1-0. Угадал голкипер, можно понять его боль, которую он сейчас выплескивает на весь стадион. Все, что ты имеешь, это от Бога. Это не про меня. У меня ничего нет. Я просто говорю спасибо Богу за все блага, за мое здоровье, чтобы я мог помочь своей команде, своей семье. Это то, во что я верю. Ты переживаешь? Нет. А кто у тебя любимый футболист? И все. Тиаго. Тиаго, да? Тиаго. Классно рушит оборону сейчас своим пасом. Бенхалику в спину, правда, попал, но он пяткой здорово играет. Как Вашук бьет, добивание нужно. Внимание, голевое от Тиаго Дубль. Дубль здесь в течение обстоятельств сразу в нескольких эпизодах не всегда удача была на стороне красавцев. Ну смотри, мы выиграли, мы на третьем месте, но я хочу еще больше.